Пане Роман, по Бахмутському напрямку в нас є тенденція останніх днів наступна. Давайте виведемо карту і глянемо. Суть у тому, що ми рухаємося по флангах, це підтверджує і Генштаб Збройних сил України. От бачимо синім кольором, це є свіжо відвойовані території на півночі і на півдні. Натомість ворог дуже мало точково просувається в самому центрі Бахмута на захід міста. Поясніть, будь ласка, мені, ми просуваємося по флангах, ворог просувається в центр, на захід міста. Чи не виглядає це як самовільне дозвіл Російської Федерації, їхньої армії на оточення своїх сил? Мы продвигаемся по высотам. Если посмотреть карту высот, то мы идем по высотам на самые высокие точки над Бахмутом. А Бахмут сам по себе это как амфитеатр, он окружен высотами, он сам находится в низине. Потому у нас сейчас задача пройти по высотам вглубь российской уже оккупированной украинской территории и россиянами, и затянуть россиян в Бахмуте в этот котел. Я уже смотрю, что одним из правильных решений будет это выход из Бахмута, затягивание их чуть ли не под западнее, под Часов Яр, для того, чтобы они глубже зашли в этот котел и дальше по высотам замкнуть в оперативное окружение всю эту российскую где-то 10-тысячную группировку, из которой половина где-то ОПГ «Вагнер». То есть мы можем сейчас, исходя из наличия сил и средств, выполнить такой капкан, причем типа мышеловки, вот Сырский правильно, грамотно сказал, как набить в мышеловку этих крысят и дальше ее замкнуть. Вот есть такой механизм. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Там начальники оперативного уровня, командиры, они разберутся и правильно будут действовать. Но один из вариантов вот, – затянуть их ближе к Часов Яру и дальше захлопнуть эту мышеловку. 10 тысяч россиян могут оказаться, ну, или уничтожены, либо взяты в плен, обменяем, по крайней мере, на своих. Так, точно, вы правильно показали, да, вот именно вот так. Це Бахмутський напрямок. В нас є трішки неприємні новини з північно-східного напрямку в районі Куп'янська, тому що російська армія зуміла просунутися незначні просування, але вони все ж таки є. В районі Масютівки, це від Гриніківки, населеного пункту. Загалом, чим загрожує, пане Романе, це просування? Це є імітація наступу, чи справді є реальні підстави вважати, що ворог може зайти на Куп'янський напрямок? Мы несколько месяцев с вами об этом говорили. У россиян остается всего лишь одно направление, где они реально могут наступать. Это вот Луганское направление, Луганский фронт. У них стратегическая задача на этом направлении из Валуек на Купянск и дальше на, вдоль Оскольского водохранилища на Лиман идти. Валуйки, Купянск, Лиман, то есть это одно направление. И второе направление с Кременной на Лиман вдоль Северского Донца. Попытаться выдавить наши войска из этого треугольника, созданного реками Осколом и Северским Донцом. И дальше перейти в глухую оборону. То есть вот этим они пытаются заниматься. С Кременной идут в сторону Лимана. И с Валуек идут на Купянск и пытаются дальше продавить. То, что они там село одно, они снесли его сначала, они просто забросали его артснарядами, практически разровняли. И это село было в серой зоне, то есть они туда подтянулись, по крайней мере. Но концепция и направление наступления, в принципе, россиян понятны и прогнозируемы. То есть мы понимаем этот вопрос. Я думаю, опять же, командиры на местах будут принимать решение, что с этим вопросом делать. Есть силы и средства для того, чтобы и удержать наступление россиян, которые они будут продолжать еще несколько недель. У них осталось с зимы осталось определенное количество и войск, и техники для того, чтобы попытаться выполнить вот такое действие. Ну, а дальше, после того, как уже пойдет, начнутся прорывы, я думаю, в ближайшие несколько недель это уже будет, до первой декады июня месяц будет заканчиваться, который уже идет наступательные действия. В течение месяца будет несколько прорывов, после этого россиянам будет не до наступления, это точно.
Пане Романе, якщо говорити про наших союзників, про те, що ми в них хочемо, що вони нам готові передати і чого навчати. Вже відомо, що Нідерланди і Велика Британія готові очолити коаліцію так звану винищувачів для просування питання авіації для України. Також з'явилася ще одна країна, Бельгія, яка заявила, що також готова навчати наших пілотів орудувати цими літальними апаратами. І є заява від Міноборони України, що вони прагнуть отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16. Наскільки я розумію, це 4 ескадрилі. Скажіть, будь ласка, наскільки реально отримати таку кількість і що 40-50 F-16 можуть якісно змінити на фронті? Ну, это или одна, или две бригады. Если три эскадрильи, это одна бригада, 40 самолетов, по 12 самолетов эскадрилья и звено управления. Если это две бригады, то это в бригаде по две эскадрильи, допустим, F-16, эскадрилья 12 самолетов, потому где-то под 50 самолетов. То есть в зависимости от возможностей наших партнеров, это будет либо одна эскадрилья за 40 самолетов, одна бригада 40 самолетов или две бригады по две эскадрильи. То есть передача, в принципе, технически возможна. Выполнят они задачу, они подойдут самолеты, если вот сейчас начать, допустим, принято сегодня политическое решение, сейчас начать подготовку, летный состав инженерно-технический подготовится где-то минимум за три месяца, чуть больше, может быть, технический состав будет подтягиваться. То где-то под конец лета, начало осени мы можем получить это количество самолетов до полусотни F-16. Они нам помогут на втором этапе наступления, это уже на отсечении Донбасса от россиян и уничтожении военных объектов на территории Донбасса российских. Именно с помощью самолетов, так как ближе к осени там опять начнется дождливая погода, то есть техника двигаться может и не сможет так, как бы хотелось. Хотя по некоторым позициям на Донбассе можно двигаться и в дожди, потому что там очень много дорог с твердым покрытием агломерации. Донецкая агломерация начинается грубо от Авдеевки, Маринки, и через Донец, через Макеевку уходит чуть ли не до Шахтерска, через Зугрес. То есть там очень большая сеть дорог с твердым покрытием, и двигаться и на технике в том числе можно с поддержкой только авиации, это очень важно. На технике можно двигаться и осенью, уже погода сильно влиять не будет. Потому, скорее всего, мы оставим и оставили Донбасс как раз на второй этап наступательных действий после зачистки Крыма. И вот для этого сейчас создается тот кейс, с которым президент ездил в этот кейс собирал предложения и просьбы к нашим союзникам, запросы, по крайней мере, которые делал, это уже на второй этап, на осень. Самолеты, дальние средства поражения, это очень важно. Ну и достаточное количество боеприпасов и техники. То есть есть положительные моменты и уже, так сказать, открытые двери тех же стран европейских для подготовки наших летчиков. Как раз об этом и говорят. Никто не будет готовить летчиков, если не собираются передавать самолет. Ну, власне, логіка така, алгоритм дій виглядає, як із танками. У нас теж було спочатку політичне рішення, бо згодом нас навчали, і ми отримали танки. Сподіваюсь, така сама ситуація буде і з літаками.